Итак, всем привет. 3 ноября. Сегодня привезли мелочевку. Взял расширительный бачок. У меня прохудился. Варить некогда. Но я его оставлю, может, подделанную, хотя там железо, скорее всего. Хана. А может быть, только вместе наварки трубы. Это я переделать смогу. В общем, неохота пока заморачиваться. Привезли 2 листа железа на крышу. Надо сделать свес. На свес не хватило, потому что крыша почему-то получилась больше 6 метров. Хотя брус использовался 6-метровый. Вот сегодня привезли вот такую дверь. Дверка. Выбирал из расчета не того, что цена там или еще что-то, или подходящее, неподходящее. Выбирал из расчета утеплителя количество и толщина полотна. Вот эта дверь более-менее получилась нормальная. То есть получается 75-я толщина. То есть почти по руке. То есть как бы нормально. Снаружи железо. Получается там 2 резинки. Одна вот здесь вот стоит, другая вот здесь стоит. И МДФ панель. Я-то думал, МДФ панель-то тоненькая, а нифига. Вот смотрите, видите, по дырдочке видно, что там она, ну, сантиметр точно толщина. А, ну и вон пенополистирол идет. Короче, это пенопласт. Вот, как бы такой вот, считаю, утеплитель. Дверь, по идее, очень даже хорошая. Я тут поднял на 150-й брус. И вот сейчас, когда ребята мне, они ко мне заезжали уже, привозили тогда гипсокартон, помнят, посмотрели, удивились, что я столько сделал, успел. В общем, они помогли мне дотащить ее, она весит очень много, что-то больше 50 килограмм, этот трындец. Ну, вот сейчас я уже до сюда докантовал, они меня бачком поставили. Она будет у меня ставиться теперь вот с этой стороны где-то. В общем, что я хочу сказать. То, что как раз коробка на брусе будет. Ну и четко, короче, в коробку она будет вставляться. То есть там минимальные зазоры, если они будут. А если они будут, ну я уже возьму. У меня есть рубанок. Рубанком подтачу плюс-минус там 1 сантиметр там, по 5 миллиметров выпилить. Это вообще не проблема. В общем, отлично. Что касаемо конструкции, так, часть вот эта вот пойдет на коробку, все остальные пойдут на потолок либо на пол второго этажа. Вот такая огромная конструкция, ровная крыша с каждой стороны выпирает для того, чтобы снизить нагрузку снега на кровли, которые прилегающие, то есть чтобы их там сдувало прям ветром. Ну, в общем, получился такой огромный грибок. Вот лестница с крыши идет вот сюда, залазю на лестницу. Лестница идет под углом, упирается в доски, чтобы не продавить крышу основную. Все, а леса вот осталось. Там брус остался в основном и пару досок, может быть. Больше ничего не осталось. Так что USB еще листов хватает. Надо мне теперь ту стену зашить, сначала начинать сверху, потом вот отсюда сюда и вот этот угол докладывать. И потом уже делать вот эту сторону. Это будет еще немного вот так. И вот после этой доски будет USB вставляться до самого кровли. Короче, до начала кровли. А там уже будут вот те вот листы, которые коричневые привезли, они как раз под цвет. Я долго читал в интернете SMP-20 и S-20, чем отличается. Короче, там получается волна в другую сторону. По идее. Ну-ка, сейчас я посмотрю. А нет, он такой же. Вот она. Мелкая волна вверх, широкая волна вниз, получается. То есть вот... В принципе, такого же плана у меня листы, только не фольга. Это 2 листа, вот видите, как гнется. А у меня там один лист, он в 2 раза крепче, чем это.
Вот здесь написано, что это 0.35, но я, честно, тоже сомневаюсь. Там люди пишут, что 0.32, 0.3. Ну, неважно. Мне это надо сделать небольшой свес. Где-то примерно вот так вот мне их и нарезать. Получается, по 50 сантиметров буду побольше нарезать с листа. 4 штуки, двухметровый лист. И со второго тоже 2 штуки отрежу, и у меня останется метр коричневого, короче. Его буду подсовывать под то, увеличивать выход воды сюда. И купил силикон коричневый. Тоже, когда всовываешь туда под листы, вот это все силиконишь, оно приклеивается навечно. То есть гидрозатвора получается просто на 5 баллов. Ну и таким образом щелей не будет. Вот как-то так. Да, 3 ноября. У нас с погодой что-то не очень. Сегодня, вот видите, уже снежок начал идти. Все то тает, то, блин, плывет, то тает, то плывет. А, то мерзнет. Вот, вот так, правильно. И погода не позволяет конкретно здесь работать. И плюс с крышей что-то так вот. Мне там родственник помог, Женька, спасибо огромное. И походу он надорвался, я надорвался. Ну вот это все мы сделали. Обрешетку мы зафиксировали, ее частично закинул и мембрану положил. И крышу, короче, когда мы сделали за день, все это дело уложили, короче, спине-то, ой-ой-ой. Ну, у меня и спина, и ноги, после этого вообще капец. Вот как-то так. Ладно, пошел я дальше отдыхать, набираться сил. Как только, так сразу буду все доделывать. Уже не так вот все страшно, потому что сейчас и брус, я смотрю, уже подмерз. Влага подвымерзла. Очень отлично, прям замечательно. И уже это можно постепенно, по чуть-чуть делать, закладывать. И все будет very good. На этом все. Всем удачи. Всем пока.